Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами открываем творческую мастерскую. И сегодня я с вами проведу мастер-класс, посвященный 75-летию Великой Победы. Мы сделаем с вами, изготовим панно, называется «Музыка Победы». Что нам понадобится? Нам понадобятся пластинки, вот такого размера можно, можно вот такого. Я буду изготовлять вот из маленькой пластинки. Понадобится цветная двусторонняя бумага, георгиевская ленточка, небольшой кусочек тесемочки, клей, кисточка, линейка, карандаш, ластик, ножницы обязательно, термоклей. Ну что ж, приступаем. Сейчас мы вырезаем из белой бумаги вот такой кружочек. Чтобы нам ровно вырезать вот такой кружочек, нам понадобится крышечка из-под сметаны. Мы ее обводим и вот вырезаем. А сейчас мы этот кружочек наклеим. Делаем ровно и аккуратно. Так, ну что ж, кружочек у нас приклеен. Сейчас мы переворачиваем эту пластинку. Берем небольшой кусочек тесьмы. Так как у нас это панно, оно должно на чем-то висеть. И приклеиваем. Вот вырезаем такой прямоугольничек из белой бумаги. Намазываем. Ну что ж, петелька у нас готова. Сейчас, что мы делаем? Мы с вами берем цветную бумагу. Вот я уже приготовила такие квадратики. Это 3 на 3 сантиметра. Из этого мы будем изготовлять цветочки. Вот у меня уже заготовочки есть. Вот такие цветочки. Я вам покажу, как можно их просто и быстро вырезать. Берем вот такие, делаем треугольнички, сгибаем на уголочек, еще раз сгибаем и еще раз аккуратненько делаем, не торопимся, и вырезаем. Расправляем. И вот у нас получается вот такой цветочек. Можно ножницами их с конца загнуть. Вот такой цветочек получится. Так, ну что ж, мы еще с вами приготовили вот такие лепесточки. Рисуем карандашом вот такой лепесточек. Складываем зеленую бумагу веером. И вырезаем. Вот получаются такие лепесточки. Так, ну что ж,
из красной бумаги мы вырезаем, вот я сделала заготовочку, циферку 9. Ну что ж, сейчас мы с вами приклеиваем. Сначала приклеиваем цифру 9. Аккуратненько намазываем. Промазываем все хорошо, чтобы у нас циферка хорошо приклеилась. Аккуратненько приклеиваем. Так, ну что ж, панно у нас уже начинает приобретать свой вид. Сейчас мы с вами приклеиваем лепесточки. Краешки намазываем. А сейчас мы с вами приклеиваем цветочки. Это мы делаем. Приклеиваем, просто клеим. Ну что ж, мы с вами наклеили цветочки, лепесточки. Сейчас мы включили термопистолет и приклеим георгиевскую ленту. Цветочек. Так, я приготовила бусины, они будут у нас служить серединками для цветочка.
Ну что ж, все готово. Наше панно «Музыка Победы» завершена. До новых встреч! До свидания!